Не дай бог, мы не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг, положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения, без относительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Просто те, кто за пределами, наверное, будут немедленно арестованы. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно. Виноватыми будем все, поэтому и исходим из того, что на кону стоит в прямом смысле слова, и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации, и наша жизнь, будущее, в том числе, сколько-нибудь беззаботное, тоже стоит на кону. Поэтому, чтобы без гаагских трибуналов, возбуждения уголовных дел, компенсации, репарации, чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира.